пирожное там, но она его не съела. Я начала его есть, потом думаю, нет, все, хватит, не надо. Но вы капец сильно, на проекте всех ставили на места, даже Валера был подкаблучник. Ну, я, сейчас я, кстати, не такая. Я вот вспоминаю себя раньше, я заходила на кухню, и вот сколько бы человек ни сидело, все начинали меня слушать. То есть вот прям как мамку грозную. То есть все меня прям слушали. То есть мне не надо было говорить, дайте я скажу, или не говори в параллель. То есть я заходила, я открывала рот, и все меня слушали. Все. Это потому что, наверняка, да, энергетически я правда очень сильная. Это во мне это есть. И мне всегда говорят, когда люди меня видят, то есть у меня энергетика сильная очень. И, кстати, знаете, у кого еще пипец сильная энергетика? Ну, себя-то я со стороны не вижу, но за всю историю, вот если так взять. Я не общаюсь с Лерой Фрост, мы с ней никакие не подружки, мы вообще с ней не общаемся, но у нее бешеная энергетика. Вот если Фрост заходит, не может быть такого.